Всем привет! Сегодня у нас достаточно неожиданная распаковка. Проводим мы ее на улице, возле машины, потому что на этот раз нам пришли тоже посылки из Китая. В ней нам пришли специальные светодиодные ленты для колес машинки. Так что я такой, это для меня. Так что давайте посмотрим, что за ленточки. Вот так. Так, вот такие вот ленты, синие, потому что машинка у меня синенькая. Так, и здесь должно быть, так, для каждого колеса по 4 штуки, насколько я припоминаю. Так, ну вот они, тут, наверное, плохо камеры передают, но они светоотражающие, видно, что они блестят на солнце. Где там солнце? Вот солнце. Так, давайте откроем. Одну достанем, посмотрим. Вот такие ленточки. Так, у меня на моей машине, давайте я выкручу. На моей машине стоит штамповка и сверху, соответственно, надет колпаки. Так, я даже не знаю, как лучше будет крепить вот эти ленточки. Наверное, мы их будем крепить на колпаки. Но, к сожалению, сейчас колпаки достаточно в неприглядном состоянии находятся. Они грязные, мы сейчас не сможем прикрепить и показать вам. Но, думаю, в дальнейшем мы обязательно покажем вам, как это выглядит на чистой машине. Давайте пока просто приложим, посмотрим. Но они достаточно широкие. У меня достаточно маленький диаметр колес. А, дюймов, точнее, мало. Так что я думаю, даже не знаю, сколько у меня тут влезет. Ну, по 4 ленты, наверное, на каждое колесо то и выйдет как раз. Раз, два. Ну, даже будет запас, будет клеиться с нахлёстом. Ну, я думаю, будет смотреться красиво. Мои синенькие машинки, мои чернички. Вот мы наклеили те самые ленточки. Погода, к сожалению, не радует, поэтому колпаки так начисто нам не удалось отмыть. Но все-таки приклеить не смогли. Поверхность сначала обезжирили и аккуратненько наклеили по краю. Вот так он выглядит отдельно, и вот так он будет выглядеть на машине. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока!